Представься, пожалуйста. Шляпкин Дмитрий. Дмитрий приехал к нам из Владимирской области, населенный пункт. Город Собинка. То есть, представляете, это больше 1000 километров от Санкт-Петербурга. Расскажи нам о себе, пожалуйста. Ну, вообще, так занимался. После армии пришел, устроился на работу. Меня перевели сюда работать. Тут увидел по интернету бои «Стрелка». Я всегда хотел участвовать, попробовать себя. И решил попробовать прийти, как-то показать что-то, что-то. А чем занимался, каким видом спорта? Ну, так, боксом маленько. Понятно. А что ты хочешь для себя найти в этих боях? Именно мне вот просто это нравится. Я люблю независимо от исхода боя, мне просто нравится сам процесс. Сам процесс схватки, да. Бой? Да, сам бой мне нравится. Неважно с кем, неважно как, мне просто нравится процесс. Само действие вообще. И себя почувствовать, что у меня не так, где косяки какие, что-то исправить, попробовать. Хорошо, мы тебя поняли. И желаем тебе удачи и победы. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Готовы? Бой! Руками, руками, Дима, руками. Хорошо. Похитрее, с рук начни, с ногой закончи. Хорошо, нормально. Дай лоу ему. Лоу дай в переднюю ногу. Ну дай лоу. Боится, боится. Давай, давай, пошел. Пошел, первый, работай. Можно? Еще. Давай, еще. Рука, нога, работай сам. Давай, вали этого Роу Джонса. Работай сам. Да, активнее, активнее. Давай, Дима, за Владимир. Пошел. Работай, работай. Отбей его! Давай, еще! Кто кривляется, бей его! Вперед, вперед, Иван! Нормально, нормально! Щелкни его пару раз нормально! Еще дай! Руки выше! Прямыми прямыми бей! Давай, делай! Руками работай, Иван! Соберись, руками! Раз, два, пошел! Давай, давай, руками! Все, давай! Колено давай! Работай, работай, Иван! Руками работай! Идеально! Все, держи! Александр, вот человек.